Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня очередная посылочка с аукциона Виолити, где можно покупать разные вещи, коллекционные вещи. Это такая, конечно, посылка большая, может быть, не столько много, или может что-то я здесь немножко спутал. Вот здесь у меня должны быть, опять же, часики. Сейчас скупаю активно часики. Попробовать их продавать на eBay, потом сниму видео, пока еще не выставлял, пока только изучаем данный рынок. Вот, ну, планах попробовать что-то продать на eBay. Вот так вот. Часики мне самому нравится, с самого детства их любил. Собирать, не собирать, а смотреть. Так, это у нас макулатура. Тут порвали. Вот. Ну, давай, я думаю. Вот посылочка, что там еще какие-то две. Это просто, чтобы не болталось. Сейчас мы посмотрим. Да, это просто, чтобы не болталось. Ну, сейчас мы это берем. Вот. Здесь у нас должны быть. Оптом купил. Часы. Вот эти часы должны быть на ходу. Сейчас посмотрим. Так, наш любимый скотч. Его никуда никак просто закрутить, не связывать этим скотчем. Люди любят скотч. Так, вот. Давайте будем по порядку. Я думаю, здесь у нас. Туалетная бумага. Ненавижу, когда люди заворачивают туалетную бумагу. Порчатая бумага, хоть и вот здесь у нас, ох, ты что. Ну, довольно-таки красивая. Часики Слава. Вот. Видите. Я так понимаю, они, наверное, кварцевые. Да, кварц написано, сделано в СССР. Черный такой довольно интересный циферблат. Ну, часики красивые, мне нравится. Вот. Думаю, там скрывать, показывать нечего. Если вам будет интересно, могу снять видео потом с внутренности по данным часам. Вот, какие-то у нас здесь просто 12 и все, и все. Уж ничего нету, такие вот красивые часики Слава кварц. Красиво, мне нравится, очень красиво, очень красивые часики. Так, что у нас здесь еще закручено? Часики, конечно, бомба. Слава черные. Вот все шпильки на месте. Головка на месте. Да, вот, время регулируется, все отлично. Все идет, даже было, по-моему, время было настроено, сбил уже немножко. Так, следующий наш. Часики запакованные. Опять-таки в туалетную бумагу. Ненавижу. Ну, вроде так пакует, значит так пакует. Так. Здесь у нас в более таком печальном состоянии. Вот часики Свет. Стекло целенькое. Вон, нижняя стрелка пошла. Секундная стрелка снизу. Здесь у нас противоударный. Конечно, крутить я так не смогу и не буду пока. Если вам будет интересно. Вот. И вот слитные часики, тоже прикольные. Свет. EOL. Сделано в СССР. Вон там внизу видно. Похоже, у нас супер экранчик менялся. Поэтому он сильно уж классный. Вот, секундная стрелка бежит. Вот. Ну, вот такие вот у нас часики, что у нас здесь.
в этой упаковке. Ох ты, ёшки, так вот. Реально большие, олимпийские. Вот, такие вот часики, реально огромные. Реально такие на вид суперские. Секундная стрелка стоит, проверяю. Секундная стрелка не идет. Вот здесь удар. Вот. Ну я не помню, они должны идти или не должны. Вот. Это дело крутится, секундная стрелка у нас не идет. Трусим, не, не идет. Вот так на вид они. Конечно, бомба, надо будет попробовать завести их в ремонт. Можно будет отремонтировать. Вид, конечно, суперский. Вот. Такие вот у нас олимпийские мешки. Олимпийские. Вот такие вот часики. Сделано в СССР. Вот. Следующие. Наши часики уже, по-моему, с браслетом должны быть. Браслетом тоже олимпийские. Браслет, конечно, не родной, наверное, уже. Сейчас посмотрим. Это что-то за... так, нержавейка. 8 рублей цена, 8 рублей, но это, наверное, уже не ее. Противоударные. Вот Олимпиада 80. Я так думаю, что уже, в принципе, не идут. Вот. Состояние такое, среднее, конечно. Битосик, это галука, наверное, не отсюда. Вот. Вот такие вот часики. Небольшие. Прикольненькие. Олимпиады. Батик, конечно, в таком среднем состоянии. Думаю, что не родной, наверное. По размерам подходит. Но какой-то вот так вот. Так, и последняя, наверное. Да, последняя часть на сегодня. Какие-то командирские. Да. Огромные часы. Потому что такое. Это у нас пластик, походу. То есть тоже такие вот часики. В шатаном виде, конечно. Секундной стрелки нету. Вот. Надписей тоже никаких нету. Но ремешки нету. Ремешок не на отсюда. Надписи у нас. Походу, какие-то не наши часики. Послушаем, где тикают. Часики тикают. Но состояние такой средней усталости. Мы даже можем максимальной усталости, конечно, нету. Надо посмотреть, нету. Большой стрелки секундной. Часики, кстати, какие-то не наши надписи. Вот. Ну, все-таки. Вот. Ну что ж. Такой вот сегодня у нас обзорчик по часам. Вот. Все пришло в неплохом состоянии. Что-то жалко, конечно, по этим часам. Надо попробовать их занести в ремонтную. Может, отремонтируют. Вот они такие в неплохом состоянии. Вот. Надо, чтобы занесли. Пусть посмотрят. Ну и здесь вот может можно занести в мастерскую, чтобы поставить какую-то секундную стрелку. Вот. Так, ну что ж. Посмотрел я более детально эти часы. Это у нас ракета.
сделано в УССР. Надпись на английском языке. Я так понимаю, это слезло у нас покрытие хромированное, или как оно, или заливалось какой-то эпоксидкой. Что-то не ясно, но как-то так. Состояние такой средней, конечно, печальности. Эти часики, нету секундной стрелки, но все-таки сейчас мы на eBay сравним. Так, eBay. Сделаем фото часов, начнем с этих черных. Это неинтересно прямо, что эти черные, что у нас по цене у нас будет. Вот. Так, омега, ну, дорогие. Да, походку, конечно, найти печально нельзя. Ладно, ведем слава кварц СССР. Что у нас тут? Часы слава выдала, слава, всякие все олимпийские. Так, ну, в принципе, данный вот слава кварц, $15. Вот слава кварц такие вот. У меня есть черные. Черных у нас здесь, конечно, нету. Черный 61 с ремешком. Вот таких часов здесь нету, я не вижу. Сейчас их посмотрим. Посмотрим по фильтр. Так, проданные товары. Готово. Что у нас там проданы? Проданы за 58. Только такие вот. Слава кварц. Черные за $58 проданы были часики. Не знаю, за сколько буду эти выставлять. Еще поизучаю. Так, вот, следующий у нас часики свет. Наверное, не по фото буду, но попробуем, что нас выдаст. Вот. Фоткаем. Вот, есть ватер свет, победа. Так, фильтр. Так, нету цены, смотрим цены. Так, нету. Вот, победа. Ладненько. Ну, как-то так. Свет. Ну, это, наверное, затягивается будет видео. Свет. Часы. Вот, видимо, выдало только электронику. Ну, это, наверное, будет очень долго искать. Затянется видео, ну, часы. Свет. Часы ел, конечно, молодец. Грамматика. Часы свет. СССР. П. Поиск. Восток. Восток. Почему часы Восток? Победа. Ну вот по свету, конечно, слава. Слава. Ну вот, часы свет, короче, конечно, не сильно есть. И... Слава. А у нас часы свет. Ракета. Фильтр, проданные товары. Готово. Кировские. Так, у нас 26. Сейчас инвентарные. Видно, что так.
восток, восток, за 9. Вот, детский восток. Вот что-то часов света, что-то нету. Ну, надо поиск вводить как бы на английском языке и на русском языке. Там две, получается, их обрабатывают. В принципе, больше я, наверное, их мучить не буду. Но еще ради интереса возьму вот эти вот. Проверю по фотографиям. Интересно, вот эти вот часики. Вот, сейчас я их проверю. Вот эти вот у меня такие некрасивые, симпатичные. Что там у нас выдаст? Жалко, конечно, не работает. Так, 29, 49, восток, так, вот по Олимпиаде 55, ну, где-то как-то так. Сейчас самое интересное, не хочет их фильтровать от фото, фильтровать именно поэтому. Ну, где-то вот так, как-то так. Ну, и сначала для этого надо, конечно, отремонтировать, чтобы их продать. Вот часы проданы за 6 тысяч долларов. Вот. Или хотят продать за 6 тысяч долларов. Ну, вот такие вот. Вот похожие, вот они похожие. Это часы ZIM. Вот. Что-то похожее. Кстати, бесплатной доставкой предлагают. Вот. Так что есть и такие вот часики, в лучшем, конечно, состоянии, чем у меня. Ну, как есть, так и есть. Ну что ж, будем закругляться. Ну, давайте еще ради интереса, меня интересуют вот эти вот, что на ходу. Ну вот, сейчас я их сфоткаю. Так, ракета, часики, ракета. Ну, не находит она часы. Ну, сейчас введу, пока у нас есть время. Ракета. Олимпиада. Нашло. Какие вот часы нашло? Такие вот красные. Вот. Проданные. Вот. 15 продано за 15, за 22. Ну, в принципе, недорого. Ну, можно попробовать продать. Что ж, на этом будем заканчивать наше видео по данным часикам. Где у нас еще вот эти мне самые больше понравилось. Вот такие черные, прикольные, хоть и кварцевые, вот, но все-таки интересно. Вот эти тоже раритетные часики. Вот, жалко, что Олимпиада у нас не идет. Этим, конечно, делом я не вскрою. Надо более такое. Нет у меня под рукой такого инструмента. Ну, интересно посмотреть. Ну что ж, все. Всем пока. До новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайкосики, писать комментарии. Всем пока.